сорт перца шишита. Шишита — это японский перец. Его еще называют японским перцем. Это интересное растение. Видите, какое оно все? Все в морщинах. Он имеет вкус пряно-острый. Срок созревания у него от 90 до 100 дней. Высота куста может достигать от 80 до 1 метра. Это слабоострый сорт. Острота его от 20 до 500 единиц по шкале Сковилла. В переводе шишита обозначает голова льва. Созревает он, вот если посмотреть, к примеру, вот он зеленый и становится таким вот, как бы, не совсем красным, можно сказать, розово-красного цвета. И потом в конце уже, когда созревает полностью, вот такие вот красные стрючки. Очень интересный высокоурожайный сорт таких вот стрючков. Этот перец применяет в пищу в недозрелом виде. Он такой зеленый. В красном виде он считается уже перезревший. Этот сорт можно выращивать как в открытом грунте, в теплице, так и у себя на подоконнике. Сорт довольно высокоурожайный, очень хороший, интересный сорт. Так что можете выращивать у себя дома, в теплице, в открытом грунте. У меня он растет в открытом грунте. Пробуйте, выращивайте. И всем удачи!